Меня зовут Юлия Ким, я новый стар-мастер. Я хотела бы рассказать о том, что компания Atomy подарила надежду на лучшую жизнь не только моей семье, но и многим людям, которые зашли в эту компанию вместе со мной. 4 года назад моя история была такова. Я жила как обыкновенный простой человек. Я была простым парикмахером, у меня был небольшой традиционный бизнес, но все, что я делала до вступления компании Atomy, мне не приносило ни удовлетворения, ни нормального дохода. Я мечтала о том, чтобы вывести свою семью на лучший уровень, но, к сожалению, я не могла этого сделать. Мы вместе с супругом очень много работали и не видели перспектив того, чем мы занимались. И 4 года назад мне позвонила моя подруга Наташа из Кореи и предложила мне новый проект под названием Atomy. Я знала, что в компании Atomy суперпродукция очень высокого качества, но я не знала, что там такие довольно доступные цены. Мне понравился маркетинг-план. Я была влюблена в этот маркетинг, потому что я понимала, если сейчас я попробую и займусь этим делом, то может получиться. Почему я была уверена в этом? Потому что была здесь бесплатная регистрация, где не было стартовых пакетов и не было привязки ко времени. Здесь была уникальная продукция по доступным ценам. И самое главное здесь – бесконечные уровни, бесконечные начисления. Когда я поняла, что здесь глобал-система, и люди могут присоединяться в твою команду из разных стран, я вцепилась в этот маркетинг, вцепилась в эту компанию и поняла, что это мой единственный шанс стать успешной и сделать успешными свое окружение. Я создала чат и регистрировала свое окружение. Более того, я всем говорила, что здесь очень хороший бизнес, давайте вместе попробуем. И сегодня в моей команде огромное количество людей из разных стран мира, и у многих появилась надежда на лучшую жизнь. И также самое главное, я благодарю своих партнеров за надежность, за порядочность, за веру, за то, что вы тоже хотите сделать успешными свое окружение. Я уверена, что вместе с вами мы дойдем до самого конца. И благодарю представительство Atomy Казахстан за поддержку. Atomy Казахстан. Алга, алга, алга. Для получения сертификата стар-мастера приглашается Юлия Ким. Хош иметтериңіз болсын, достар. За проявленные лидерские качества и внимание к участникам. За глубокую любовь и заботу о душе. За достижение целей сбалансированной жизни, к которой стремятся все участники компании. Будучи личностью, заслуживающей доверия, имеющей превосходные способности к обучению, награждаем вас почетным рангом стар-мастера. Божий медир из вас до стар! Поздравляем нового стар-мастера Юлию Ким! Жаңа жұлдыз шебері Юлия Ким, сізді шын жүректен құттықтаймыз! Добрый день, Астана! Меня зовут Юлия Ким, я новый стар-мастер. Четыре года назад я была простым обычным человеком. Я очень хотела сделать огромное будущее для своих детей, обеспечить хорошую старость для своих родителей. И мы с супругом очень-очень много работали, занимались, наверное, всем. Мы с супругом видели, что то, что мы делаем,
не будет ни развития, ни перспектив. Мы так и будем всю жизнь жить. Наступит старость через некоторое время, и будет пенсия, где мы будем смотреть на своих детей, чтобы они нас обеспечивали. Мы не хотели такой жизни, поэтому мы мечтали и искали. Мы просили Бога послать нам возможность обеспечить и себя, и свою семью, своих родителей, и свою старость на долгие годы. И 4 года назад, когда мне позвонила моя подруга из Кореи Наташа и предложила мне новый проект, я поняла, что это действительно уникальная возможность. Суперпродукция по доступным ценам, шикарный маркетинг. И поэтому я с первого дня начала работать, привлекать своих партнеров в этот бизнес. Сегодня я благодарю свою подругу за то, что она не прошла мимо меня, за то, что она мотивировала, давала обучение. Благодарю своих спонсоров из Кореи, которые давали мотивацию и обучение. А моя подруга Чо Хёна через Zoom обучение обучала нашу команду достоверно и правильно. Благодарю своих партнеров за надежность, за верность, за то, что у вас такие же цели, как и у меня, и у наших спонсоров, сделать наших окружающих успешными. Чтобы каждая семья, как у меня когда-то, у каждой семьи появилась надежда на лучшую жизнь. Потому что наша компания дает возможность каждому человеку стать успешным. Вы знаете, наши спонсоры, они учат нас ставить цели и двигаться к ним. Мы поставили цель поднять ранг нашей команде. Мы готовились к этому упорно. И недавно вся наша команда, вот сегодня я стою на этой сцене, значит, стали как бы на ранг выше. Нужно ставить цели. Несмотря на то, что бывают какие-то сложности, обязательно все получается. Я благодарю свою семью, своего супруга и, главное, свою маму. Когда мы заканчивали этот ранг, когда мы должны были подсчитывать баллы, последний день у меня внезапно умерла моя мама, которая ждала, гордилась мной, знала каждого моего партнера. Поэтому этот ранг я посвящаю своей маме. Мама, спасибо тебе, мама. Я не должна была сегодня приезжать, потому что у меня траур, но ради команды, ради того, как долго мы готовились к этому, я не могла позволить сегодня сюда не приехать. Ради своей мамы, которая очень-очень хотела, чтобы я стала успешной. Спасибо вам всем. Спасибо команде, партнерам, главное моей маме.